Всем привет! Сегодняшнее видео посвящается волнистым попугаям. Обзор. Птенцы подросли. Еще больше вылетело. Если в предыдущем видео про волнистых там был один птенчик березовой расцветки, то сегодня уже, ну по крайней мере в обед их было штук 7, наверное. Сейчас посмотрим. Кормил я их, наверное, часика 2 назад. Они наелись. Родители поехали кормить птенцов своих. В смысле, полетели по домикам. Ну и думаю, сейчас все сытые. Как раз можно снять видео, обзорчик сделаем, посмотрим, что как, что, кто как подрос, кто как изменился, кто какую набирает расцветку. Да это достаточно все интересно. Итак, отправляемся к волнистым попугаям. Сейчас сами все увидите. Я вам сейчас все снова покажу. По дороге к волнистым попугаям мы проходим мимо красивой пары певчих попугаев. Ну, думаю, сниму тоже их для разнообразия. Вон они. Так, идем дальше. Узнаете, друзья, это попугаи породы неразлучники. Они соседствуют с нашими прекрасными волнистыми попугаями. Грызут все, что можно. И вот здесь у меня был камень. В двух словах просто сейчас скажу. Здесь был камень у меня из глины сделан. Может, знаете, такие камни специальные. Подсмотрел я у птицевода. У него тоже канал есть. Называется «Боцман и попугай». Рекомендую, посмотрите. Там много чего полезного есть. Для себя почерпнете. Вот я там удобный этот метод с камнем нашел. Также там каши интересные у него, он варит чудесным образом. В общем, посмотрите, у человека опыт есть, видео много, кому интересно, посмотрите. Так, вот они такие неразлучники. Наверное, скажете, говорил волнистых, а сам снимаешь все подряд. Но это так, мимо иду, почему бы не снять. Тем более, сейчас будем волнистых снимать, а они нам будут шуметь. Думаю, я их тоже сниму. Вот, обратите внимание, этот потихоньку цвет набирает. Ну, еще что-то не особо красивый. Значит, перед нами волнистые попугаи. Родина волнистых попугаев – Австралия. Птица поужинала и сидит, готовится ко сну. А вот сейчас у нас там, вот видите, первый, второй. Это птенчик. Я подумал, он будет просить кушать у своего папы. Наверное, это его папа. Вот это. Сейчас я вам вблизи все сниму. Так, птица поужинала, готовится ко сну. Мы сейчас с вами сделаем обзорчик. А вот здесь... Смотрите. Здесь у них... Ай, улетел. Ладно. Сейчас я зайду поближе. Итак, друзья. На... Видео выпущено ранее, наверное, неделю назад я снимал видео обзор. Там был один волнистый попугай. Сегодня в обед, сейчас я тут потянусь, достану. Сегодня в обед я кормил. Вылетело, наверное, 5 или 7, ну что-то такое. И мне кажется, они назад вернулись все. Вот этого помните попугая? Мне писали в комментариях, порода березовая расцветка. Смотрите, как береза, да? Кстати, у них и палка, вот на которой они сидят, березовая. Вот он уже подрос, уже похож на настоящего попугая. Теперь он даже летать умеет, смотрите. Ну, наверное, он не хочет взлетать. Ладно. Ага, куда-то улетел. Садись. В общем, вот таких вот два волнистых сейчас позируют нам. Маленькие, несмышленые, смотрите. Самое время приручать. Обратите внимание, вот кто собирается покупать волнистого попугайчика и читает форумы, там написано, чтобы клювик был черненький. Вот сейчас очень хорошо видно, что такое черный клювик. Видите? У меня здесь освещение немножко не очень. Сейчас попробую показать. Вот, видно? Кончик клюва темный.
Но этот кончик клюва сохраняется темным достаточно долго. Месяца примерно 3, даже может чуть больше. Так, этого садим назад. Не возмущайся, садись. Сейчас пойдем по домикам. Вот на качелю, пожалуйста. Качель надо приучать с детства. Вот раз, сейчас мы его посадим. Так. И катается. Вот тоже малыш. Это папа, наверное. Папа, подвинься. Вот. Ой, этот улетел. Вон он улетел, как быстро. Вот он, видите, успели посмотреть. Ну, давайте, наверное, с этого домика и начнем наш обзор. Вот вам, пожалуйста, и малыш. Он убегает. А те, видели, ручные, спокойные были. Кстати, ребята, обратите внимание, я пронумеровал все домики. Вот, видите, раз, два. Ну, в общем, все домики пронумеровал. Получилось здесь 13. 13 домиков, но пар, наверное, 11. Я уже не знаю, потому что одну самку я убрал. Что тут получилось? Может, что получилось? В общем, 13 домиков, 11 пар. Вот так ориентируйтесь. Вот она, березовая расцветка. Видите, какой он хорош. Волнистый попугай очень любят, когда вот их вот таким образом поглаживаешь перышки. Вот, видите, он говорит спасибо. Вот так, раз. Так, отправляемся по домикам. Прошлый раз... А, кстати, этот березовый отсюда выпал. Сейчас посмотрим. Вот, получается, в домике мамаша и еще один птенчик. Такого крупного птенчика уже, в принципе, можно выгнать отсюда, чтобы он... Ну, вон, посмотрите. Сядь сюда. А, он даже летает. А все сидит. Сейчас я вам его покажу. Видите, какой цвет? Я говорю, то, что можно убрать такого птенца, потому что яйца уже тут... Вот сейчас вам... Здесь уже, видите, новая кладка. Он яйца пачкает. Надо будет подсыпать опилок немножко чистых. А это ихняя мать. Она кусается. Ладно, все, мы это закрываем. Все, закрываем, ставим. Так, это мы с вами посмотрели номер 8. Я вот номер 8 ставлю. А вот здесь кто-то есть. Вот, пожалуйста, еще один прячется. Сядь, нам покажись. А вот, пожалуйста, они, видите, попрятались к ночи ближе. Я же говорю, было 7. Давайте посмотрим 9 номер. В прошлом видео здесь одна пара сидела, и у них было одно яйцо. А так и есть, одно яйцо и сидят. Ладно, не будем беспокоить. Рекомендую запоминать номера, где какие, чтобы вам потом в комментариях было удобно писать. Вот мы посмотрели 9, одно яйцо, пара не работает. В 8 я его выгнал, крайнего птенца. Остались там яйца 5 штук, или 6, уже я забыл. Поменяем опилки. Теперь смотрим номер 7. Так, это номер 7. Ага, тут только яйца. Все, спрятала, не будем тревожить. Ставим назад. Номер 6.
снимаю одной рукой, поэтому мне надо сначала аккуратно открыть, потом введу телефон. Так, номер 6, подрастают птенцы. Видно, да, вам? Я посмотрю тоже. Ага, два, по-моему, два птенца. В общем, ладно, пойдет. Так, теперь это был 6, теперь 5. В 5 номере у меня самая толстая самка. Сейчас попробую вам все показать. Вон есть яйца. Не пойму. Темно, извиняюсь, темно. Вот так хорошо видно. Видите, самка убежала. Здесь малыши. Все, кстати, накормлены. Все, закрываем быстро. Сейчас, смотрите, ставлю на место. И самка должна прям сразу туда вернуться, на 5 номер. По крайней мере, так было раньше, когда я делал. Вот сейчас я убираю руку. Вот она, самочка. Сейчас замерим. Все, самка пошла, можно продолжать дальше. На ранее снятом видео, в 4 номере, ну, это будет крайний, он был пустой. Помните, я еще говорю то, что цвета разные, потому что есть в обоих номера. Так он и продолжает быть пустой. Вот, видите, так он и есть. Вот такие изначально опилки были у всех. Так, теперь будем третий смотреть. В третьем у нас тоже пустота, то есть получается второй домик не занятый. Второй домик не занятый, это если 13 домиков, значит уже 2 свободных, значит 11 пар, ну может еще будет свободный. Так, здесь у нас, это номер второй. Помнили этих малышей? Посмотрите видео раньше, они там были в белом пуху. Вот они подросли. А вот это вот с перышком поломанным, это их мама. А вот два беленьких или желтеньких. Нет, они белые с желтым каким-то оттенком. Все, закрываем. Сейчас на место. Это был номер второй. Так, сейчас хочу особо сказать, вот номер, он сейчас у меня номеруется как первый номер. На снятом ранее видео там были птенцы. Посмотрите, друзья, если кто-то не в курсе, там один птенец был прям очень слабый, она его не кормила. Я забрал его с собой, хотел, думал, покормлю, спасу, но не получилось. Птенец погиб, а потом всю эту банду ходил же, наблюдал каждый день по 2 раза, утром и вечером. Так вот, я взял просто, самка выскочила, и убрал всех отсюда, и тут, вот видите, самочка уже снеслась. Это примерно, наверное, дней 7 прошло. Возможно, самка собиралась на новую кладку и плохо кормила своих деток. В общем, я их перекидал всем. Сейчас мы видим, везде все живые. Вот, везде все живые. Но я перекинул именно эту пару. Расформировал деток, птенцов вернее. Птенцов расформировал. Потом день-два понаблюдал. Все хорошо, все живые. Ну, я, в принципе, успокоился. Теперь что получается? Так, идем по второму ряду. Там самец с кем-то беседу ведет. Теперь, думаю, если... Кстати, 13 номер смотрим. Если птенцы повылетали и новые яйца,
то там, я думаю, можно обновить опилки. Потому что я опилки особо не обновляю часто. Так, тут у нас вот самка. Слева, видите, самка. И вот один птенец. Вот тут второй птенец. Вон он сидит. Красивый, как мамаша. И такие два птенца. Также хочу сказать, чем, если чем необычнее расцветка, вот как, допустим, здесь, там вы видели, да, вот самец. Ну вот они, в принципе, все необычные также. Чем необычнее, ну это как бы я говорю чисто со своего опыта, со своего наблюдения. Чем необычнее, тем меньше птенцов у них в потомстве, в помете. Есть зеленые самки, те могут и 6 давать птенцов, и 5, и 4. А вот такие, видите, там, ну хотя вот у меня в этом номере, вот где 8 сейчас сидит, там было 8 яиц, одно я разбил, одно пустое, это 6 осталось, и 5 вылетело, а один куда-то делся. Так, 13 посмотрели, сейчас 12. 12, видите, трудно вытащить. Давайте мы его оставим на потом. Сейчас 11 посмотрим. Вон маленькие-маленькие малявочки, видите? И обратите внимание, малявочек папа кормит, кормил, убежал. А мама греет яйца, вот он папа. Всем привет, говорит. Все, улетел. Видели, да? То, что в одном гнезде малыши, яйца. Отец кормит малышей, а мать, видимо, греет яйца. А может, вместе они и кормили, и грели. Так, здесь у нас что? Надо будет не забыть 12 номер посмотреть. Вот в этом домике, у самца восковица не особо синяя. По мне, так такие волнистые, они особо не плодовитые. Ну вот есть у них... Наконец-то они снесли, 3 яйца уже они снесли, посмотрим. Вот это самец. Видите, восковица какая, не синяя. Ну, плохо видно, вон она у него малиновая, как у малыша. По идее, такие как бы самцы особо они не плотные. Посмотрим, что получится. Я имею в виду, такие самцы, у них гормоны не сформировались, и он якобы не кроет. Или у него нет влечения. Не знаю, в общем, написано в литературе такая информация. Я не проверял ни разу. А вот сейчас у меня есть такой самец, и я пронаблюдаю на личном опыте. Буду знать, верить литературе или нет. Прочитанному верить, как говорится. Вон он прячется, малышок. Это который тут летучий самый. Сейчас давайте досмотрим 12 номер. Сейчас я его отогну и достану. Итак, друзья, я достал 12 номер. Сейчас будем открывать. Бабах. А, вот уже кто это? Все, кто-то улетел. Мать, наверное, была. Вот птенцы. Освещение плохое. 4 есть. Все, сейчас на место. Возвращаем на место. Тут эту вот полочку надо надавить, и он тогда туда помещается. В общем, подытожим итоги обзора. Птенцы растут, в принципе, все нормальные. Вот малышня повылетала. Все видели, все продемонстрировал. Значит, что можно сказать? Кормление. По поводу кормления. После прошлого видео много писали людей по поводу того, что я даю мало еды. Но я все-таки думаю, это не в этом беда была. Та, которая там был небольшой падеж. Там были покусанные, там были погибшие. Там, кстати, сейчас тоже один был, не кондиция. Так, значит, по поводу еды хотел сказать, мысль потерял. Каши я по-прежнему не даю,
Даю замоченное, даю яйца, даю морковку. Всем, в принципе, нравится. Притихли. Единственное, что поменял, домики пронумеровал. И, наверное, надо будет жердочек поставить маленьких, потому что, вот обратите внимание, малышу трудно держаться, он падает. Ну, еще он, этого, получается, я выгнал сегодня из восьмого домика, поэтому, возможно, он еще не умеет держаться, он же там привык на четвереньках ползать. Я имею в виду не на четвереньках, а на пузике на своем. Вот такой вот малыш. Вот, пожалуйста, кто хочет приручать, берите, занимайтесь. Это, по-моему, тоже самец. Освещение плохое и немножко фокус теряется. Сейчас я собрал я их кучу, но один все равно упал. Падают одни с рук. Значит, продолжение следует. Подписываемся. Улетел. Вот он пополз. Я оставлял им подстилку, думаю, будут выпрыгивать с гнезд и в холодный пол. Сейчас у нас зима, пол бетонный. А они, видите, по полу особо и не лазят. Так что можно, в принципе, заменить подстилку на полу. Попробую его сейчас запустить. А, не видно, вот он сел. Вот он сел. Все, друзья. Всем пока-пока, подписываемся на канал, до скорой встречи, продолжение следует.